Ну что, мужики, и снова новый день. Надеюсь, он будет добрым. Чего вам желаю, чтобы он у вас всегда был добрым. А если у вас добрый день, то и у меня добрый день. Я уверен, это передается. Итак, как бы обзор будет и все прочее. Вот на что я заменил. G10. Вот такие вот у меня теперь оправки для них. И вот такие вот. Это акрил черный. Вот еще один ждет. Вот. Делаю вот, занимаюсь вот с этими оправами. Это олива, олива какая-то называется цвет. А этот черный с чем-то, не знаю, оранжевый, в общем, неважно. Дело в том, что я тут опять, вот где у меня ее, в мусорке уже валяется. Ну, с долом, может быть, помните там оправу. Ну, думаю, дай попробую соберу, а вдруг она выдержит. Да нифига она не выдержит. Во-первых, объем огромный просто, большой объем диаметра оси. Это первая причина, да, какая влияет на то, как будет эта клепка распирать в стороны и выламывать древесину. Это раз. Во-вторых, материал мягкий, латунь. То есть это тоже два, это влияет. Она сильнее в стороны, вот эта клепка расходится, и сильнее, чем любой там низельбер, там даже сталь какая-то, там нержавейка, ну, неважно даже какая. А все эти жесткие материалы, они меньше раздвигаются так во время вот этого расходятся, вернее, как правильно сказать, во время расклепывания. И все там намного лучше в этом смысле. Ну и клины здоровенные, конечно, что уж говорить-то, блин. Что говорить, так и есть. Ну и в общем, вот такие вот оправы, а я уже уверен, что они выдержат. Просто уверен в них вот прям на 99,9%. Даже мог бы сказать на 100, но пути, как говорится, они неисповедимы, поэтому вот так вот. 1/10 оставим все-таки на всякий разный случай. Вот, потому что я тут вот и эту из акрила умудрился сломать. Так умудрился. Я знаю, как это сделал. В общем, вроде бы я уже давно ученый на своих ошибках, а все продолжаю это делать. Да? Пора в голову включать чаще. А то я как упрось работал, как пойду фигарить. А потом только голову тик, опаньки. А вот тут можно было вот по-другому сделать. И поэтому все вот так получается. А вот такую вот оправку, где она тут вот. Сейчас я вам и найду. Вот такую вот. Я ее вообще не стал даже собирать, просто он бросил в сторону и все. Потому что знаешь, что она расколется. Только пустая трата времени, да и все. Ну и вот, как бы поехали. Посмотрим, да? Получится ли. У меня уже на все теперь сомнения, но на G10, конечно, да. Посмотрим. Ну все, подготовил. Сейчас ответственный момент. Сборка. А, и пружинит, и жесткость, и все есть. Вот это вообще симпатевая. Но мне из нее, конечно, не понравилось, что сразу говорю. Вот это вот G10 продается 8 толщиной миллиметров и 8. 16. Представляете, вот этот брус вот этот такой 16-миллиметровый. И должен из него в итоге сделать аккуратные вещи. Аккуратные оправы. Причем пластинка, она такая вполне нормального размера. Она стоит в районе где-то вот 2000. Но из этой вот всей большой такой пластины, квадрата, вышла только одна оправа. Все остальное обрезки. Понимаете, да? То есть вот тупо материал 2000. Плюс тут вот все прочее, как бы. Блин, ну ценник, конечно, да. Ценник не подарок. Но, надеюсь, может кто-то это оценит. И может кому-то это будет интересно. Да, вот эту оправку я уже подготовил. Акрил. Черный. Как вот на этой бритвке. Все, погнали. Сборка. Ну что ж, погнали. G10. Первая задняя клепка. Ну вот и все. Уже день закончился рабочий, но я успел. Причем не особо напрягаясь. То есть все-таки зависит от того, какой день делаешь. Ну и естественно нужно остановиться и сюда и подумать.
тогда это будет более мудрое решение, и результат будет более ожидаем. Давайте сделаем обзор и назовем его «Грязный обзор». Почему грязный? Да потому что, о как, вот такими руками и не заточены еще бритовки, там не протертые, ничего. Просто посмотрим, я хочу просто поделиться с вами результатом, который вышел. Вот это мне все больше нравится, хотя она мне доставила все больше хлопот, все больше затрат. Одного только инструмента надо было ухлопать, чтобы эту оправку эту зафигачить. Ох, какие клины-то, да? Не открываешь сразу, ты не весь выходит, как солнце из заката. Ну, все, я почему точить не начал? Они, в принципе, заточены. Их надо просто аккуратно, целый день посидеть, просто, ну, вывести все это, прочувствовать сопротивление, чтобы одинаковое было везде. Вот, из-за чего... Если хотите, то говорите, да в комментарии взяли, написали, а я вам, то есть к вам прислушаюсь в любом случае. То есть написать, о чем я имею в виду. Хотите обзор заточенных бритв? В принципе, ничего не изменится, только полированная будет вот эта кромка. Потому что она уже заточена на 12 тысяч грит. Ну и протерт, там все будет. А так могу просто сразу на вертушке, да и все. Ах, да? Блин, а вот, с чего надо было начинать. Вот он, материал для больших клинов. Сейчас какая-то ниточка тут, фигучечка. Фух, аж прямо это мандраж. Ну, вот здесь я не знаю, здорово, не здорово, не знаю. Ой, не убирается. Вот мониторчик-то. Ну, почему не знаю? Ну, потому что не знаю, ну, вообще-то классика, да, как... Классика, да? Клепочки вот полированные все. Блестят. Нет, не передает, наверное, видео. Да фиг знает. В общем, вот. О, когда он тут выйдет у нас из оправы-то? Вот так вот. Конечно, прочность у G10 в десятки раз... Роман, в разы, а на порядок, да, выше, прямо не побоюсь этого слова, на порядок выше, потому что G10 такая вот, такой уж он материал, что ему нельзя быть другим, как бы, он не может быть иначе как-то еще, потому что этот G10, он такой плотняк тот еще. Вот. А то я как-то помню. Ну, не подумай ничего такого. Я, как говорится, это, помню всегда добром. Как ты меня за слова подтянул, поправил. Вот. Ну, а кто, если не ты, кто? Да? В большинстве случаев не заметят, в большинстве промолчат. А факт останется фактом, ошибка останется ошибкой. Так что вот, так что, Роман... Кстати, привет тебе. Как ты там в дороге? Все нормально, не? Ну? Красавица, да? Даже в акриле. Обалдеть. Я доволен, ну, наконец-то. Блин, почему это было не вчера? Почему это вот только сегодня? Ой, сколько денег ухлопано, сколько сил, сколько времени... Вот. А про нервные клетки вообще и не говорю. А во, видать, что клепочки-то как. Я их без шайб уже делаю, без опорных. Ну, как их, не знаю, правильно назвать-то. Они, в принципе, опорные шайбы, если в народе так вот говорить. Этот G10 одноцветный, тот вот двухцветный, а этот одноцветный. Но структура, она есть, вот она. Блин, руки уже вздрагивают уже, напряга. Вот, это буферные шайбы, если так, ну, правильно-то. Я просто иногда боюсь говорить какими-то техническими терминами, потому что меня, в общем, большинство не поймет. А почему? Да потому что у всех специальности разные. Все обучались, как говорится, в разных направлениях, на разные тематики. И поэтому
буферная шайба звучит для многих, как это НЛО К-134, примерно вот так вот, да? НЛО 522. И вот я поэтому и стараюсь как-то более такими народными словами говорить. Да, оправки видите, да? Ширину оправы, ширину клина. Это я подчеркиваю, потому что вот даже вот на канале, как там на канале, брить или не брить, там Олег, виновник торжества, вот он сказал, что там оправу поменяли, не понравилось. Но те оправы были, да, я соглашусь с этим, конечно же. Они были громоздкие. Они свою функцию выполняли, но они были громоздкие. Правильно сделали, что сменили. Могли бы даже мне сказать, я бы вам сам сменил. Но вам сменили очень даже здорово. Пластик, пускай пластиком, но хороший пластик. И, кстати, видел сегодня, извините за то, что перебиваю обзор, видел сегодня комментарии у Олега Бритва. Я, конечно, как человека не особо его перевариваю, ну, в отношении к людям как бы не очень такое. Но мне кажется, его просто задолбали, поэтому и такое отношение. И там гляжу, не знаю, как звать, как чего, там рыба на картинке. Вот, вы начали там какие-то там движухи, что-то там красивыми словами обмениваться. Я обращаюсь вот к пользователю с значком рыбы. Я понял, за кого вы рубитесь, но хочу сказать вам, не надо. У всех свои жизненные позиции, жизненные взгляды, у каждого свои, и поэтому каждый по-своему видит этот мир и поворачивается к миру, то есть так, как он считает нужным. Поэтому не нужно, не факт, что там кто-то еще был бы, кто-то еще, и они все со мной по-своему будут, все по-разному будут, и кому-то даже не угодно это будет, как они будут себя вести или общаться с вами, или как-то еще. Ладно, тем я сдвинулся, просто, ну, как бы это некрасиво. Некрасиво выходит в итоге-то. Я надеюсь, меня услышите, потому что вот со значком рыба я знаю, что меня иногда смотрит. И пускай редко, но смотрит мои видео. Но Олег Бритва, не знаю, наверное, не смотрит. Скорее всего. Ну, я обращаюсь сегодня именно к тому, кто меня увидел. То есть, ну, не надо. А то начнете там то да сё. А мы все занимаемся одним делом. Мы все на одной поляне, как говорится, топчемся. Поэтому, как говорил кот Леопольд, давайте жить дружно. Кстати, запором. Он так, хоп, о, слушайте. Щелк. Щелкает, это вот клин упирается вот в этот паз. За счет того, что вот эрль притормаживает в оправе. Это подклинивается чуток. Вот такая вот красоточка. Ну, вы скажете, наверное, да, одинаковые, да? Там вот с той, у которой такая же оправа, с той бритвой. Да нет, не одинаковые. Почему не одинаковые, сейчас скажу. Ну, оправы, давайте сравним. Оправы, видите, одна по классике, другая по фэншую, по модному. Ну, тут да, ничего не скажешь. Ну, ладно. Вот в оправах, в принципе, да, все. А по клинам посмотрите. Ну, клины-то, да? И протравы разные, и структурный рисунок разный. Вот. И обушки закругленные, и клинышком. Так что вот. Я никогда не делаю одно и то же, потому что это конкретно скучно. Это реально неинтересно делать одно и то же. Все пипец как прямо ровно закрываются. Фу! Да, по поводу древесины. Да, с обзором давайте. Грязный обзор закончен. По поводу древесины, думаю, да не стоит мне с ней завязывать. Просто надо думать головой. И древесину устанавливать на легкие. Желательно даже вообще на вогнутые клины. Ну, их клинами не знаю, как назвать. Но лезвиями я обычно называю. То есть, вот, допустим, вот та же вот эта красотка могла бы красоваться, да? Не так ли? На бритовке, например, вогнутой, и было бы так всем счастье.
А я вот такой молодец, торпыга. Но у меня бывают такие дни, когда вот день прям такой, что вот ничего не прет, а просто, по сути, виноват не день, а тот настрой, тот сбор мыслей, который на тот день, как бы, вот это все в совокупности, все это как бы и влияет на результат. Да, мои ошибки. Да, я тут вчера на видео много чего наговорил. Ай, не буду, ай, нафиг. Да не, нормально все. Просто вот так вот. Тяжелые клины должны быть в мощных оправах. Вот как-то так, я думаю. Ну вот. И все. Да, еще раз повторюсь по поводу обзора, надо ли вообще. То есть ничего не изменится. Я их только протру. Я их доведу, выглажу заточку уже имеющуюся. Вот. Ну, пройду тут по 12 тысячам грит еще так, прям чуть-чуть, чтобы просто, как говорится, поправить. Мало ли где тут руками задевал по заточке еще что-то. Вот, и все, и на камушек гуанси, и катать. Поэтому не знаю, нужен будет обзор или не нужен. Вот уж как вы скажете, так и будет. А вот по заточке хочу предупредить у всех, у кого заточено на гуанси, или, например, кто вот берет в последнюю очередь бритовку, то есть, ну, в последнее время, то там обязательно править на ремешке, ну, если это не комиссори, конечно, вот, и править на ремешке на прослабленном, слегка прослабленном ремешке, желательно все-таки пастированном, пастой ГОИ, не розовой пастой. Это сразу же, просто заточка сразу сменит все, весь свой характер сменит. Потому что она будет сразу шустрой, безопасной, резвой, мягкой. Все будет в ней. Но после камня она жестковата. Вот и Вадим, кстати, когда брился на своем... То есть там как бы показывал вот бритовка, побрился ей клином. Вот там заточка была недокатана на ремне. Но я, блин, как-то это... Изначально... Ну, в общем, тут незаметно сел аккумулятор. Я тут как раз говорил про полочку у Вадима дома, на которую отправлял бритовку, чтобы просто радовало глаз. А Вадим не выдержал, и вот решил побриться ей. И тут вот мне опять ёкнуло, конечно. Блин, знать бы вот, что все так будет, то я бы ее так вылизал, эту заточку. Блин, она бы показала бы кузькину мать, как говорил товарищ Хрущев. Вот. И можно было бы уверенно ударить ботинком по столу. Вот так-то, в принципе, я все сказал. Поэтому встречайте. Встречайте обзор. Вот. Я тут один совсем одичал, поговорить не с кем. А я вот хоть с вами разговариваю, у меня как-то прям на душе теплее. Поэтому все, пока. Я ближе к дому. И грузить видео на YouTube. Увидимся. Пообщаемся. Пока.